Вітаю усіх. Деякі називають наш серіал занудством, а деякі називають це боротьбою за справедливість. Так от, свою боротьбу за справедливість ми продовжуємо і продовжуємо говорити про стан питної води і про дії та вчинки керівництва водоканалу. Є людина, яка потрапила під вплив несправедливості працівників і керівництва Жовтоводського водоканалу, але ця людина говорити на камеру боїться, тому її обличчя ми не показуємо, ви зрозумієте чому. І наперед хочу зазначити, що всі люди, які бояться говорити, можете звернутися до нас, ми не будемо показувати вашого обличчя, але про ситуацію, яка складається безпосередньо з свавілля, треба говорити, люди повинні знати. Звичайно, колективна боротьба, вона важливіша, сильніша і буде більше результатів. Отже, послухаємо людину. Я узнала совсем недавно о том, что водоканал насчитывает нам огромную сумму на квартиру, в которой мы не живем с 2018 года. И они не объясняют, не показывают документы, откуда взялись такие огромные долги. На все наши вопросы, запросы письменные, они дают ответ, что виноваты мы. В квартире нету ванной, нету туалета. Об этом знали сотрудники, есть определенные документы, где они отмечали показания счетчика. Вот такая вот ситуация, прошу помощи. То есть, получается, на ваши показания счетчика стоит долг большой, да? Получилось, что водоканал пересчитал намного больше сумму, при том, что на счетчик есть поверенный сертификат, то есть договор заключен с водоканалом. Приглашали мы руководство, чтобы они посмотрели, что квартира не жилая, что полностью идет ремонт во всех комнатах. Соседи, то есть они подтверждают, что мы не живем здесь. Да, в этой квартире над нами никто не живет уже лет 5. Или 6 где-то так. Насчет водоканала скажу, что вода вообще паршивая в городе. Не знаю, за что такие деньги платить. Если бы ведь город бы не платил, уже бы они что-то и сделали. Попали в долги бы они сами, а не мы. Но руководство не хочет идти на контакт. Мы не знаем, что делать, и опасаемся того, что водоканал он начнет действовать, если мы начнем показывать документы, которые у нас есть, которые подтверждают, они начнут что-то выдумывать, дописывать, потому что одним из фактов есть у нас подмена подписи. Я очень благодарю вас за то, что вы поднимаете такой важный вопрос и помогаете людям. И обратилась к вам тоже с помощью, чтобы вы помогли юридически решить эту ситуацию и помочь нам. Потому что ну, на сегодняшний день мы не знаем, что ждать дальше от водоканала. Все переговоры, все письма, они не решают сегодня нашего вопроса. Водоканал не идет на контакт руководства водоканала и... Соответственно, остається тільки надіятися на вашу підтримку. А знаєте, все-таки відчувається, що льод тронувся, господа. І люди починають говорити. Тому, звичайно, ініціативна група буде розглядати питання проблемні кожного, хто звернеться за допомогою юридичною. І черговий раз звертаюсь до вас, жовтоводці, якщо ви зіткнулися зі свавіллям з боку водоканалу, його керівництва, будь ласка, звертайтесь на громада DP.UA, пишіть коментарі під постами, пишіть в приватні повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію телестудії, будемо розбиратися з кожним проблемним питанням, прийдемо до кожного із вас. Далі буде.